Тамбовские пчеловоды продолжают работу ярмарки меда в бизнес-центре Тверь по 25 октября. Поэтому всем, кто не успел, еще есть время заглянуть на ярмарку или снова зайти за полюбившимися сортами меда. Многие уже годами приходят именно к пчеловодам Коломниковым и Тюриным, отмечая, что мед с их пасек действительно высокого качества. Как удачно мы попали. Мы уже не первый раз берем мед, и нравится мед, конечно, хороший. Очень вкусный мед, очень хороший. Всем желаю здоровья, только здоровья и укрепления, и бодрости. Я без меда вообще не живу. Я покупаю всегда много. Многие отмечают, что это лакомство укрепляет иммунитет. Семейные пасеки Коломниковых и Тюриных более 20 лет занимаются этим промыслом, и поэтому на практике знают о целебных свойствах этого природного продукта. И с удовольствием рассказывают гостям об особенностях каждого пчелопродукта. Прополиса, забруса, сотах, пыльце, перге, трутневом гомогенате. Также у нас есть восковая моль или черновневка. Это единственное насекомое в природе, которое через себя перерабатывает воск. Питается именно вот этими питательными веществами. Перга, воск, мед. Очень полезная настойка, это делают для всего организма хорошо. Почки очищают, там кисты рассасывают, бронхолегочные заболевания лечат. Это уже проверенное средство. Многие покупатели уже приходят с отзывами и остаются довольными. Пасечники держат улья в Тамбовской области, но чтобы получить мед разных сортов, выезжают и в другие регионы на места медосбора. В этом сезоне урожай выдался особенно щедрым и на объемы, и на сорта. При этом пчеловоды всегда предлагают и медовые десерты. У нас есть меда с миндалем, с кедровым орехом, с грецким и с фундуком. Многие покупатели такие меда с орехами и с сухофруктами берут себе в качестве десерта. Многие берут большой объем меда, чтобы хватило до следующего приезда ярмарки в Тверь. Тем более при покупке 5 килограммов 6 в подарок. Для пенсионеров скидка 10%. Ярмарка меда от тамбовских пчеловодов работает по 25 октября в бизнес-центре Тверь с 10 утра до 7 вечера.